принять участие в конкурсе может каждый. Для этого достаточно в специальный фотоальбом группы Codeless TV ВКонтакте загрузить свои снимки с празднования Дня города. Сегодня это сделали уже 17 котлашан. Победители будут определены 14 июля специальной комиссией в составе творческой группы Codeless TV и спонсоров конкурса. Конечно, не без учета репостов паблика и лайков фотографий. И здесь обязательное условие. Все участники конкурса, а также те, кто будут жать на сердечко под снимком, должны состоять в группе Codeless TV. Победители конкурса фотографий «Я и Codeless», имена которых мы назовем 15 июля, ждут призы от многочисленных спонсоров, в числе которых Центр развлечений «Рублеон», женская фитнес-студия «Бьюти», школа танцев «Примадонна», студия косметического отбеливания зубов «White and Smile», соляная пещера «Витард», профессиональный фотограф Ирина Мусонова и парикмахер-стилист Ольга Кириченко. Так что не прячьте в смартфонах и компьютерах фотографии со столетия Codeless, а поскорее загружайте их в альбом «Codeless TV ВКонтакте».